15 апреля ФК «Зорки» в рамках третьего тура второй лиги группа 2А встретится с владимирским клубом «Торпедо» на главном стадионе Красногорска. Специально к старту сезона большого футбола организаторы подготовили множество развлекательных мероприятий. В программе спортивного праздника фотозона с кубком чемпионата Московской области, футбольные аттракционы, точки питания и продажи клубной атрибутики, выступления диджеев и не только. В перерыве матча состоится церемония награждения детских команд-участниц первенства городского округа Красногорск. Сбор гостей в 15 часов на стадионе «Зорки» и билеты в кассе в день матча.